реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре в целях обеспечения выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, ведется работа по контролю за инспектированием состояния улично-дорожной инфраструктуры. И сегодняшний рейд, который провели сотрудники госавтоинспекции города Самары, не исключение. Начиная с середины марта от перепада температур дороги разрушаются. Ровные скоростные участки покрываются выбоинами и ямами. Точные данные с помощью специальных приборов фиксируют и сотрудники ГИБДД. После того, как осуществляются замеры, составляется акт, выдается предписание лицам, ответственным за содержание дороги в безопасном для дорожного движения состоянии. И далее уже проводятся работы по устранению выявленных недостатков. Сегодня проверили несколько магистральных и внутриквартальных дорог на соответствие техрегламенту и нормативам, в том числе безопасности дорожного движения. В ходе проверки дорог выявили нарушения, которые влияют на безопасность. После того, как недостаток был зафиксирован, информация направляется, соответственно, собственнику автомобильной дороги, либо в организацию, которая осуществляет обслуживание данного участка дорожной сети. Ну а если произошло ДТП, связанное с дефектом дорожного покрытия, сотрудники ГИБДД советуют сделать следующее. Необходимо выставить знак аварийной остановки, не убирать транспортное средство, позвонить в службу госавтоинспекции и сделать заявку о том, что произошло ДТП, после чего приедут сотрудники и произведут фиксирование дорожно-транспортного происшествия. Подобную работу сотрудники ГИБДД ведут на постоянной основе, а результатом ее становятся протоколы на организации, ответственные за ремонт и содержание дорог в надлежащем состоянии. Помимо этого, в непрерывном режиме круглосуточно специалисты муниципального учреждения «Дорожное хозяйство», подведомственного департаменту городского хозяйства и экологии администрации Самары следят за состоянием дорожных участков, качеством и своевременностью работ как гарантийных, так и основных. Напомним, в ходе дорожно-ремонтной кампании в региональной столице в настоящее время выполняются следующие виды ремонтов. Аварийно-ямочный, также приступают к работам горячим асфальтобетонным по методу КАРТ и набирает обороты обновления улично-дорожной сети на средства нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».